Санскрит там уже впервые упоминается как, именно как язык, поскольку вот он, лока бхаша противопоставляется. Но изначально санскритом это было, значит, это в связи с санскритом патхам. Я сейчас, во всяком случае, это я сейчас немножечко сбиваюсь, это было патха или патхам, чтение, во всяком случае, чтение мужского или среднего, по-моему, все-таки среднего рода, да, потому что пракритам, значит, было естественно, это в контексте театра, это у Натья Шастры, да, Бхаратия Натья Шастры, вот, было... И чтение, то есть вот чтение санскритом было, да, санскритом патхам, по-моему, да, было чтение искусственное. Почему? Потому что в отличие от пракритам, естественного чтения, когда, ну, произносится, нечетко артикулируются звуки, как это, в общем, любому народному языку или любому разговорному идиому свойственно, в чтении, которое называлось санскритом, все четко проговариваются, все кластеры согласных, все, так сказать, звуки. Вот. Это вот изначально. Но это то, что вот я могу спокойно, так вот, спонтанно об этом рассказать. А этому нам как раз, я помню, учил один из моих